Крупнейшие зарубежные СМИ начинают подготовку к освещению 19-го съезда Компартии Китая. Российских журналистов больше всего интересует будущее экономических реформ и борьбы с коррупцией. Такое мнение высказал заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин. Он много лет проработал в представительстве информагентства в Пекине и при участии почти в каждом съезде КПК с 1985 года. В ближайшие дни на официальном сайте ТАСС также появится специальная колонка, посвященная этому политическому событию. Интерес иностранных СМИ, китаист объясняет все более важной ролью, которую Китай играет на глобальной арене, и тем фактом, что без участия КНР сейчас не решается ни одна международная проблема. Также Абулхатин высоко оценил решимость Компартии в борьбе с коррупцией. Когда был 18 съезд, и когда Си Цзиньпина избирали генеральным секретарем, и когда в Доме народных представителей семерка постоянных членов Политбюро поднималась по ступенькам, была первая речь товарища Си, меня тогда поразила его речь. Это был первый на моей памяти в истории современного Китая руководитель, который не побоялся открыто признать проблему, которая угрожает вообще существованию и Компартии Китая, и стране. Он говорил о том, что самая серьезная проблема – это коррупция. И от решения ее, этой проблемы, зависит и судьба партии, и судьба страны. Вот так открыто признать может только сильный человек, уверенный в своих силах.